Податель благ, и тебе славу высылаем со Отцом и Святым Духом, и ныне всегда и во веки веков. Аминь. Давший пищу мне плоть твою добровольно, ты огонь сожигающий недостойный. Не сожги меня, Создатель мой, пройди лучше члены тела моего, во все составы во внутренности в сердце, забитие всех моих согрешений. Душу освети, мысли, колени утверди с костями вместе. Просвети пять главных чувств, всего меня пригвозди страхом пред тобою. Всегда защищай, охраняй, береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, умывай, устрояй меня, украшай, разумляй, посвящай меня. Яви меня твоей обителью единого духа, и уже не обителью греха, чтобы бежали от меня по принятии причастия всякий злодей, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Ходатаями за себя тебе представляю всех святых начальников, воинов бесплотных, предтечу твоего мудрых апостолов и светлых, твою непорочную, чистую Матерь. Прими их молитвы, милосердный Христос мой, Сын Света, соделай твоего служителя, ибо ты единый благое освящение, а также Святой Дух наши, и тебе, как подобает Богу и Владыке, всего восславим. Славу высылаем каждый день. Дело Твое Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и кровь Твое драгоценное прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие и силе. Страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешника, стать справа от славы Твоей, по ходатайствам всечистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица, Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты сподобил мне недостойного стать причастником пречистого тела и драгоценной крови Сына Твоего, но родившая истинный свет, просвети духовные очи сердца моего, и источник бессмертия родившая. Оживи меня умерщвленного грехом, милостивого Бога, любящая милосердие Матерь, помилуй меня и дай мне умиление, сокрушение в сердце мое, и смирение в мыслях моих, и призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой, и удостой меня до последнего моего вздоха, не в осуждение принимать святыню пречистых таинств, новое исцеление души и тела. И Христос воскресе! Воистину воскресе! И благодарение, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя во все дни жизни моей, ибо Ты благословенна и прославлена во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твою, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь того, чем мои спасения Твое, еже сего готово пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем долгом нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава, отца и сына, и святаго Духа, ныне присне, во веки веков. Аминь. Уст твоих як уже светлость огня, воссиявший благодать вселенную просвети. Не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нас смиренно, нам смиренно мудрее показа, но твоими словесы наказуя очи, я не златоусти. Моли слово Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественную благодать. И твоими устами все учишь и поклоняйтесь в Троице, единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения. Преподобный, достойно хвалим тебя, и сибо наставник, как обожественное, являя. Не присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиане постыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари яко благая на помощь нас верно зовущих ти. Ускори на молитву и почтися на умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих тебя. Господи помилуй, 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 Господи помилуй.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую бессравненную Серафим, безусловно Богослугородшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним благослови, Отче. Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Так, заходите, только один, оставайтесь, один человек здесь. Молимся. Царю небесный, утешителю души истинный, и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Благослови, Господи, будь милостив к нам грешным. Тебе слава веки веков. Аминь. Аминь. Так, с Новым годом вас всех слышали, как сеанс за того себе нужно праздновать. Новый год можно праздновать. Но слышали как? Не до батюшка говорить. Понятно было, нет? Да, ну вот так и празднуйте Новый год. Забыла? Без сеанса, без разного распутства. Только в добродетели, в страхе Божьем. Вот, празднуйте, это всегда, говорит, нужно, каждый день этот праздник должен быть у нас. Так, ко мне какие вопросы? Я еду сейчас больных причащать и... Посади ее, она все закрывает. Поезд отменили вечером. Нету, 31-го не пускают, потому что народу, говорит, мало. Приходится на автобусе, у меня в 12 часов автобус.